В балете «Дон Кихот» начинается все с того, что твой первый выход на огромную площадь, где ты видишь свою возлюбленную Китри, к которой подходишь, у вас начинают сразу завязываться отношения с ней, с какими-то, со своими маленькими остротами и со своими улыбками. Для меня Вазиль шустрый, быстрый, такой немного где-то прохвост, но в то же время стильный, острый, четкий, и мне очень нравится этот персонаж, потому что в нем много разных красок, поэтому его очень интересно танцевать. Базиль и Китри начинается все с того, что они просто влюблены друг в друга. Они более друг с другом флиртуют. А потом уже это превращается в более серьезные чувства. Когда приехал Алексей Фадеичев, и когда переносили Дон Кихот с новой сцены на историческую, мы его заново возобновляли, заново делали костюмы и декорации. И мы это все вспоминали, и репетировали, и делали это так, как хотел Алексей. Сама работа с Алексеем дала какие-то для меня, вот, было даже незабываемое время. И много-много всего то, что он говорил, мне пригодилось дальше потом в моей профессии. Для меня важно в этом балете, чтобы зрители ушли с чувством поднятого настроения, с чувством счастья, с чувством вот этой Испании, которую они видят на сцене, и чтобы они вдохновились, чтобы внутри поселилось это солнце, и они ушли с этим радостным, счастливым настроением.